Всем добрый день, меня зовут Игорь Шевчик, и давайте сегодня поговорим про JavaScript, который предоставляется в Bittrex Framework. Для начала хотелось бы понять, зачем она нужна. Библиотека учитывает все особенности Bittrex, есть совместимость со старым кодом, нет никаких проблем с поддержкой и расширением необходимой функциональности. Библиотека не накладывает никаких ограничений и можно ее использовать с любым фреймворком, то есть jQuery, там, MetaTools, пожалуйста, можно использовать. Архитектура простейшая. Все системные файлы библиотеки находятся в папке Bittrex.js main core. Core является ядром библиотеки. Ядро определяет глобальный объект bx, который содержит статические методы для работы с событиями, домом и прочими функциями. Перечень таких интересных расширений. Допустим, Core Ajax – это работа с Ajax-запросами. Core Date – работа с датой. Календарь, форматирование даты и тому подобное. Core FX – это анимация. То есть где-то что-то надо перекрасить, подтянуть, сдвинуть, скроллить. Пожалуйста, это сюда. Core Viewer. Работа с просмотрщиком файлов. Core Popup. Значит, расширение для работы с всплывающими окнами в публичной части. Ну и многое другое. Все можно посмотреть, как я уже сказал, Bittrex.js main core. Как же это все дело подключается? Значит, вызывается статическая функция init. То есть CGS Core init, и в ней либо передается, либо не передается массив названия расширений. Ну, на примере Popup и Ajax подключаем. Смотрите, у нас в принципе есть возможность запустить в работу наши скрипты, когда будет сформирован дом странички. То есть функция bxready служит для выполнения некой команд, функций и тому подобное, когда объектная модель документа дом готова к использованию. Сюда стоит помещать код, который должен нечто проинициализировать. Вот, все подряд сюда не нужно вложить.